каждым днем я убеждаюсь, что жизнь куда-то неуловимо мчится, и мы за ней порой не успеваем. Не успеваю я даже и почитать. Поэтому я очень скрупулезно выбираю книгу, которая станет моей настольной, которую я буду читать перед сном, пролистывать ее страницы с удовольствием. Мне нравятся исторические романы, детективы очень люблю, фантастику не совсем люблю. Люблю книги про человеческие отношения, взаимоотношения, и с каждым разом убеждаюсь, что меняются времена, люди не меняются. Но в этих книгах мы порой можем найти ответ на то, что нас интересует, что нас волнует. И на каждое наше волнение есть страница. И мне кажется, что несмотря на то, что жизнь мчится, мы все-таки должны успеть что-то очень важное для нас прочитать.